Thank you.
Шельметов Руслан, Век Адуан. Игра на равных, пятый стол. Ишельметов Руслан, Век Адуан. Игра на равных, пятый стол. Thank you.
Thank you.
много, да, я там поиграл. Thank you.
четвертый стол включите на турнир, пожалуйста. Четвертый стол.
Всем привет. Перерыв у них, да, кажется? Да, сейчас. Добрый вечер. Да, вот с нами да. Слава Цай, наш игрок постоянный. Я Тимофей. В общем, мы смотрим такую очень интересную встречу. Мария Карпова против Алексея Костюка. Это у нас какая стадия? 1/8 финала? Да, за выход восьмерку. Да, причем, надо сказать, я лично очень удивлен вот этому результату, который сейчас у нас на экране. 2-0. Ну, мне кажется, это предсказуемо. Ну, то есть ты считаешь, что фора все-таки слишком сильная? Фора слишком сильная, да. Я думаю, что если это будет длинная дистанция, то здесь Костюк сможет закрепиться, да, в позициях. То есть, если, будет, если бы они играли до большего количества побед, ты имеешь? Да, да. А здесь дистанция маленькая. Карпова молодец, она стандартные шары все спокойно выполняет здесь. Самосъем же еще сегодня, поэтому попроще, мне кажется. Ну, попроще. В данном случае. Да, и, ну, ты правильно говоришь, что если бы дистанция была более длинная, тут, конечно, Леша имеет гораздо больший опыт. Потому что мы посмотрели вот сейчас выдержки с нашим режиссером, то, что она принимала участие в 30 всего соревнованиях, ну, как бы по статистике ЛЛБ, не знаю, там как неофициально, там, но все равно 30 это, конечно, я думаю, что у Леши гораздо больший опыт, ну, и да, у него, согласен. Он еще славится своей выдержкой, вот своими нервами такими железными. А что говорить про его безудоражную, куражную серию, сколько он уже турниров, да, выиграл? 4, по-моему, да, у нас 4? Подряд он выиграл. 4 турнира. 4 турнира подряд он выиграл у нас. А? Ну, не да. Будем сейчас загадывать, потому что счет совсем уже не в его пользу. Но, как известно, он может показать какие-то чудеса, поэтому часто вот можно наблюдать такую картину, что когда где Леша играет, там вокруг люди собираются, просто стоят, смотрят. Да, очень. Мне нравится его игра, манера. Он сдержан. Земляк мой, кстати. Откуда вы? Я сам родом из Узбекистана, из Ташкента. Вот Алексей из Черчука. То есть очень близкие города, можно сказать. Вот. Ну, приятно смотреть на всех игроков, приятно смотреть, которые действительно, да, там добились каких-то успехов, результатов. У нас у любителей дело маленькое. Значит, посмотрим, что Алексей. Да, немножко не повезло, конечно. Но он сегодня много, я смотрю, он много расстраивается, его действительно, видимо, это... Ну, уже, видимо, этот, 4 турнира позади, как бы, можно сказать, на вершине славы. Ну да. Нет, я смотрю, вот, как Маша играет, она очень сконцентрирована, вообще очень, то есть она прям на игре сконцентрирована максимально. Мне вот очень интересно, я на слуху очень часто видел эту спортсменку, но с какого она года рождения, сколько ей лет? С 99-го она. 99-го года. Это 18 лет, 19 лет. Там можно сейчас уточнить, сейчас попросим режиссера, там когда день рождения. В апреле. Ну то есть скоро ей 18 лет будет. Да. Ну, самый такой возраст, мне кажется, когда проявляется характер, проявляется мастерство, которого ты, наверное, достиг, да? Да. Да, на кандидат в мастера спорта, вот нам подсказывают. Че, будем надеяться, что она к нам еще придет. Что если вдруг сегодня сложится не в ее пользу эта встреча, то это не ее как-то не остановит. Потому что всегда приятно видеть новые лица на турнире, и это придает турниру, конечно. Этот турнир вообще выдался очень, мне кажется, интересным. Очень много игроков поучаствовало, серия длинная. Да, серия длинная, много игроков, но там читаем комментарии в интернете, там некоторые товарищи пишут, что некоторым товарищам не очень нравится, что Алексей вот выигрывает подряд, они считают, что надо ему фору очень сильно повышать, но как бы тут оснований-то нет никаких. Ну, я думаю, что это все разговоры. Не, ну естественно, но все равно... На деле молодец. Естественно, но все равно, как бы, как любой
организатор порядочный, надо прислушиваться к мнению людей. Ну, как бы, чтобы объяснить, повышать-то искусственный рейтинг можно, ведь если человек, допустим, пришел первый раз, да, сказал, что я вот любитель, я ничего, а тут хлопа выдает игру, допустим, как Алексей, да, тогда можно. А когда он уже известен, на турнирах участвует уже давно, то ну, с чего бы вдруг ему искусственно завышать что-то? Сейчас его рейтинг, мне кажется, вот он играет здесь с мастерами спорта, да, такие как Вагиф Багиров, там, кто еще на высоких рейтингах. Сегодня участвовал Исидинов, Камалидин. У Бахи у нас высокий рейтинг. У Бахи очень, очень высокий, мне кажется. Ну, хороший шар сейчас забил Алексей. И там форум у них небольшая, мне кажется, сколько разница между... Ну, то есть, мне кажется, он соответствует вполне. Да, соответствует, рейтингу, естественно. Да. Просто человек ставит для себя задачи выиграть эти турниры. Потому что многие приходят просто поиграть, как бы главное не победа, а участие, да? А вот у него немножко принципиально другой подход, и видно, что он хочет именно побеждать. Ну, будем учитывать еще, что на его стороне преимущество, он тренируется в этом зале, кажется, играет в нем. Да? Он здесь тренируется? Да. Ну, да, возможно. Считается тренером здесь, я так знаю, насколько понимаю, там ученики свои есть. Да, возможно, конечно, это как в футболе, да, играешь, да? Играешь на своем поле, да. Свои стены, как говорится, помогают. Это нам, что мы ходим по всем бильярдным, там, на всех турнирах у нас разницы нет. Я особо тоже как бы не уделяю внимания тренировкам, хотя понимаю, что если бы я уделял этому больше времени, наверное, получил бы немного другие результаты. Слушай, вот скажи мне, как бильярдист, вот это я просто далек от бильярда, ну так. Ну как далек? Я бы не сказал, что мне кажется, очень близок бильярд. Близок так вот только по работе. Но я сам не играю, так я как-то пытаюсь что-то там. Ну в нем, все равно. Да, в нем как-то, да. Ну вот вопрос такой. То есть свой стол, вот этот вот знакомый тебе и этот, это большая как бы фора, условно говоря. Нет, между сильными игроками, я считаю, это вообще равные условия. То есть. Там же как стабильность в том, чтобы на своем столе понимать или что-то как-то делать, я думаю, это там, ну, то есть, вот на равных условиях. Отскок от бортов, какие-то знания с укна, там, вот это. Это ближайшие, может быть, там, первые две партии. Если человек осознанно подходит к столу, разбирая его, я думаю, за партию, за две он уже понимает, что с ним нужно делать. Я понял, да. То есть у него чисто психологическое преимущество здесь. То есть технически здесь у него никаких преимуществ нет за счет того, что он здесь играет. То есть чисто психологическое, да, что он привычное для него место и. Ну. Да, да. То есть в тренировке же как обычно ты фиксируешь себя, да, то есть запоминаешь там моменты, удары, там, да, то есть замахи, скорости, ну, на каком ударе ты бьешь. А здесь еще есть картинка, визуализация. Ну это, да, то есть это подсознательно. Да, мне так кажется, чисто сугубо боевым. Это логично. Я вообще сам с бильярдом очень рано соприкоснулся, можно сказать, с 7-8 лет. У меня дома был бильярд. То есть, где, в Узбекистане? В Ташкенте, да. То есть, и всегда была только страсть такая, чтобы к чему-то больше. Я что-то, я там увидел что-то, тоже хочу сделать, да. То есть так потихоньку я смотрел, ну, наблюдая. Слушай, в какие годы было вообще там ты, когда у тебя там? Ну, сам я 88-го года рождения, то есть мне уже 29 лет, можно сказать, стукнуло вот буквально недавно, в этом месяце. Значит, 21 год назад, ну, 99-й, 2000-й, так сказать. Вот у вас дома был, ты говоришь, стол свой, да? Да. А там вот этот вот, это стол был какого производства, что там за шары были? Там, это китайские столы были. А, то есть, да, я еще играл со времен ДСПшных столов. Полтора на три, такие двухслоенные киллер-шары, которые откалываются там. И мы там шары просто, советские, да, которые еще? Да, киллеровские, они такие легкие, такие там, шарик такой розовенький, красный был. Ну, вот, такие дуги исполняли, что... Я тут с Димой Шершиным как-то на досуге имел беседу. И вот он мне рассказал там некоторые нюансы, что вот шары, которые еще советские, да? Мы даже с ним, у него в Рен-бильярде, в его мастерской,
Uh-huh. Мы с ним даже, у меня там весы есть, у него там разное оборудование, куча всего. Мы взвешивали шары, он мне демонстрировал вот шар советского производства, uh-huh. 220 грамм весит. А нынешние вот эти шары, uh-huh. они весят 270. Uh-huh. Ну, то есть легче на порядок. Да. Тоже, я думаю, шары — это уже чисто технический момент, да? То есть исполнение там одно в бильярде. Интересно, сложно вот перестраиваться с 270 на 220 грамм? Долго это время займет у людей? Вот. Мне кажется, что это вообще прошло, можно сказать, безболезненно. Люди перешли на новый уровень, то есть действительно. И потом столы, когда пошли королевские для нас, да, я первый раз услышал королевский стол 2 на 4, пришел за него, а мне 11 лет. Я встал за него, и то есть он для меня огромный. Я чувствую, что я его чувствую тоже, да, когда понимаю там, где, как, сильно, не сильно. То есть, если есть интерес, то ты быстро. Да, я считаю, когда есть страсть, бильярд, ну, вообще к чему-либо это в жизни, мне кажется, это самый основной двигатель, который движет. А вторые там уже психологические моменты, это ты сам собой всегда, наверное, играешь, да, в бильярде. Ну, так я с бильярдом соприкоснулся. Особо никогда не уделял внимания тренировкам. Я могу сказать, что в 2000 году должен был пройти чемпионат Средней Азии среди юниоров до там 14 лет, что ли, такое было. И мы от Узбекистана, значит, тренировались, настрой было. Там два узбека и я один. После чего в 2000 году в Узбекистане происшествие какое-то было, что бильярдные, в общем, закрыли все. Угу. Да, и с того момента мы не поехали на тур. До сих пор там, что ли? Да, он считается незаконным. Угу. Но, как бы, играют. Нет, а смотрю, ребята, есть Узбекистаны, играют. Сильных, я считаю, да, они есть, способных. Да, это, конечно, неприятно. За свою жизнь я видел очень много разных сильных игроков, да, то есть, где бы ни пришел, и у меня одна страсть была, то есть, если что-то видел, я хотел понимать это, как это происходит. То есть, какие-то технические приемы ты имеешь в виду? Да, то есть, пользуюсь всеми случаями, да, то есть, единственное, я знаю себя, что кровь горячая, и, да, люблю темпераментную игру, да, то есть, красивую игру, я за такую игру. Коммерцию я особо не любитель, так скажем. Да, применял, да, там старались как-то поиграть, но особо не было такого. Здесь я смотрю, у них так забоевилось, можно сказать, да. Для Марии, в принципе, все спокойно, довольно-таки понятно. Алексей очень аккуратно играет, то есть он редко атакует как-то, да? Все больше какие-то отыгрыши. Наверное, ждет, да, уже такую позицию, там, 90-95% как минимум. Ну, это вообще в его стиле, потому что тут, если ты, ну, ты, может быть, смотрел, у нас есть игрок Боря Пелюх, это наш... Есть такой, да. Да, это наш, вот он судит наши турниры пуловские. И вот они с ним играли здесь, на этом ТВ-столе, Лиза комментировала, говорит, но там была очень, очень такая игра закрытая. Позиционные, да? Да. Вот они оба продемонстрировали, конечно, мастерство. Но Алексей, конечно, с Борей потом разговаривал. Боря говорит, я просто устал, на самом деле, вот это вот. Угу. Потому что это очень тяжело, наверное, все-таки. Я подозреваю. Ну, да, даже не играя в бильярд, подозреваю, что это тяжело и физически, и психологически. Вот эта вечная концентрация постоянная. Я извиняюсь, перебью. Мне кажется, стиль такой игры, он считается более... У него есть очень много плюсов, так скажем, да, иметь, если ты можешь так играть. Естественно, да. Естественно, есть много плюсов. Это для зрителей, допустим, это не так зрелищно, конечно, mm-hmm. но для тех, кто именно для специалистов, для профессионалов, для них это, по-моему, это удовольствие смотреть, как люди вот именно в такую игру играют. Yeah. Здорово. Mm-hmm. Очень хорош, под железо. Я заметил, кстати, что она... Маша немало очень бьет чужих. Угу. Много бьет, то есть. Ну, это понятно почему. Девушки, они больше американку как бы практикуют, да, потому что и турниры проходят в основном по этой дисциплине. Надо ей в пул попробовать. Угу. Ты, кстати, как вообще в пул играешь? Ну, знаю эту игру, но не уделял много времени, так скажем.
один раз вообще я на ЛЛБ попал, меня товарищ повел на пул. На пул в Добермане. Ну, вот мы там проводим. Да, вот я две игры проиграл. А что за турнир? АБНовский какой-то? АБНовский турнир был, это давно было, года три назад, наверное. У меня есть еще там рейтинг 740, что ли, 700. Я как-то потом пытался записаться, меня уже не взяли по второй раз. Посмотрели, что у меня в русском 1200, да, там. Ну, это на самом деле как-то немножко нелогично, что это, да, что один рейтинг и в пуле, и в русском. То есть это как-то, возможно, требует какого-то более детального подхода к этому вопросу. Но я думаю, что тебе стоит, потому что мы, у нас будет серия. Сейчас я думаю, что где-то в начале следующего, в начале весны у нас будет серия, начнется АБНовская. По крайней мере, в планах сейчас она есть. И я думаю, что тебе стоит попробовать, потому что там тоже интересная очень серия и турнир интересный. Самое главное, чтобы на это хватало времени, так скажем, и желания, да? Нет, ну это понятно. Да, а так, конечно, я с удовольствием. Я и ЛЛБшные турниры так особо часто не играю. То есть, если сейчас два раза, три раза в месяц получится на выходных, это хорошо для меня. Я хоть недельку один раз постучал. Потому что на протяжении 22 лет я уже играю в бильярд. То есть мне это не надоедает, можно сказать. Но только, наверное, духовно еще заряжает, можно сказать, как-то. Да, вот была возможность, я упустил момент, да, сказать. У Марии, когда в середину она своего не забила. Леша сейчас рискнул, но не получилось. Что сейчас, по-твоему, она будет делать? Мне кажется, свой... В середину? Да, на тихом скате. Если по лузе играть, то так, я считаю, наверное, самого практичного. Слушай, это будет 3-0, если она забьет. Такой угол, да, неприятный. Не сильно она ударила-то? Я думаю, что там чуть даже не добив произошел, наверное. Порезки. Один шар остался. Маша, да. Да. Как-то не держит, видимо, счет тоже такой уже, да? Как сказать. Слушай, ты когда вот играешь, ты в голове постоянно держишь счет какой? Я стараюсь то контролировать. Последний это шар, не последний, там что там. Ну, я сильно внимание к этому стараюсь не... Все равно нацелен на игру, на хорошую игру. А счет ты стараешься... Ну, дистанцию всегда ты должен чувствовать, я считаю. Да. Когда нужно поднажать, когда ты можешь аккуратно поиграть, чуть дать слабинку себе. Ну, по игре вообще не нужно давать себе слабинок, по-хорошему. Но вот эту дистанцию я стараюсь контролировать ее. А так вообще по большому счету я очень просто к бильярду отношусь, стараюсь сильно тоже не срываться, то есть по игре проиграл достойно, ну как бы хочется проиграть, если даже... Проще говоря, уже просто пытаешься из этого только положительные какие-то эмоции, да? Да, да. Потому что отрицательных и так хватает, да? За остальные я уже, часы жизни. Да, лет, наверное, с 15 понял, что бильярд — это такая игра, где... Соперник будет с тобой играть настолько, насколько ты ему позволишь это сделать. Он может быть мастером, он может быть там, международным, да, неважно. Но он будет играть с тобой так, как ты ему дашь с тобой играть. Поэтому очень многое, что от тебя зависит. Ну, все от тебя зависит, можно сказать. Исход встречи, как ты продержишься психологически. Слушай, вот ты говоришь, что это большая фора, но фора-то бывает и еще больше. Так что... Ну, я сегодня 11-5 играл, первую встречу. Так, ну что там, сенсации сейчас не будет? Такой небольшой камбэк, да, провел Алексей. Угу.
стараться, наверное, не думать сейчас о том, что последний шар остался, да, за да, играть по игре, правильно, да. Ну, мне кажется, не давать возможности. У нее с психологией это и с нервами проблем вообще нет. Ну да. Да, ну, судя по тому, как она себя ведет, что она там за пределами стола даже не ходит, там не закатывает глаза, не сжимает кулаки, да, не бьет палкой там по всему, что вокруг. Она что так касается эмоций, спокойная, да, выдержанная. Воспитанная. Да. Воспитанная девушка. Если она будет тренироваться, я думаю, что у нее такое серьезное будущее. Видно, что уже стержень есть. То есть здесь уже как сам, да, к этому подойдешь. Максим, а посмотри, пожалуйста, кто его тренер, есть ли там, указано ли это вообще? Иванов. Вот Иванов. Илья Николаевич. Ты знаком? Нет. Я из тренеров, можно сказать, немного кого знаю. Я, наверное, кроме Сергея Баурова из тренеров вообще никого не знаю. Ну, то есть в этот круг не попадал, так скажем. Хотя, мне кажется, если в плане спорта, если бы я уделял этому время как действительно к спорту, то сейчас, наверное, ну, возможно, были бы и другие результаты. А ты с тренером ни с каким не занимался, да? Нет. Чисто самоучка вообще? Да, да. Я играю от сердца, можно сказать. Что она сейчас хотела сделать? Свой французом. Это как битка. Как это объяснение темному человеку? Свой французом это как? Ну, вдоль борта ты, можно сказать, прокатываешь шар. Там надо подкручивать его в этот момент? В любом случае, да. То есть берется винт определенный, да, который уже при попадании в лузу он, можно сказать. Понятно, закрутить, дает туда, да, движение. А вот сейчас Алексей может, да? Алексей, это укрепить шикарная позиция, да, свою позицию. Приблизиться, так скажем. Честно говоря, хочется, чтобы русский бильярд именно приобрел форму, да, как бы на международной арене, да, там такие проходили шикарные турниры. Да вообще бильярд. Да, бильярд. Ну, можно сказать, пул, снукер, он достиг уже этого уровня, да, чтобы на мировой арене он считается сильным спортом. На мировой это да, но в любом случае хотелось бы, чтобы, конечно, нас-то, конечно, как бы это ни было эгоистично, нас все-таки больше волнует, что у нас здесь. Ну да. Чтобы у нас здесь побольше людей играло в бильярд. Потому что, ну, когда я начинал играть, это было очень все в таком формате. То есть там пришли постучать, так скажем, да, в бильярд, а не понимая его, то есть никто как азы не давал никакие, то есть это уже, можно сказать, ко всему сам доходишь. На сегодняшний день очень приятно, то есть в любой бильярд зайдешь, есть школа, да, есть люди, есть, да, подростковые, уже с малых лет, то есть в этом плане рядом, что бильярд не стоит. Так, оппозиционная завязалась битва, можно сказать. Алексей сейчас что, хотел свой забить туда? Чужой на коротком, свой уже в лузе, да, то есть вероятность того, что он туда упадет, тоже есть. Попадает резко. Явно не так хотела играть.
Ну, как говорится, у нас говорили так, не поставишь, не поймаешь. Сейчас есть свояк туда, в дальнюю лыжу? Нет, свояка, я считаю, нету, если только на отыгрыше как-то. Что вот Алексей сделал, да. Усложненная позиция. Я, наверное, ударил бы чужой. Еще заказал бы. Рискнул бы, да? Да. Использовался позицией. А хотя, ну, в случае Алексея тоже он не просто так выиграл такой вариант отыгрыша. Потому что еще до победы 3 шара. А шанс один, так сказать. Ну и что бы ты сейчас сделал в этой ситуации? Я бы свой, наверное, от борта прилепил к себе, чужой прокатил через стол. Собрал все, интересно, в одну, да, кучку, да, все собрал. Ну, в принципе, от тонкого оставляю на месте. В общем, можно сложить для Алексея позицию. Попадает. А вот сейчас есть своих? Он очень тонкий, можно сказать. Либо также опять через прокат, через толстый свой, можно сказать. Алексей берет сейчас, конечно, инициативу в свои руки. Проезжает. Ну да, он все-таки понимает, что Маша, конечно, послабее физически, да, что, называется, замотать ему проще. Наверное, значит, так и пытается делать. Честно говоря, я только, наверное, за последний год-два стал практиковать отыгрыши. Ну, именно практиковать их так, чтобы по игре это действительно по игре играет. А раньше постоянно атакующий, да? Да, я понимаю отыгрыш, знаю, как это делать. Но... Как ты говорил, горячая кровь не дает, да? Да, да. Просто бильярд для меня это как искусство, да, и правильно играть бильярд тоже нужно уметь. И... Мне кажется, где-то нужно отыграться. Да, хороший был, конечно, вариант для завершения. Слушай, вот ты мне объяснил правила немножко, да? Если бы сейчас у нее упал, допустим, биток к себе сюда, какие действия? К себе, в смысле, ну, вообще, двух бортов, вот, к себе, вот, да? То есть она не заказывала, да, вот сюда? Биток у нее падает, что делает дальше? Ну, по здешним правилам, которые проходятся по этой серии, это дурак. Это дурак, а после своего дурака, то есть соперник выбирает, то отыгрывается. Угу. То есть играешь дома, соперник выбирает, то будет отыгрываться. А там выставляется? Нет. А что, ты свой забил, а, и из дома начинаешь играть в какой-то позиции. Что это лучше не будет. Ну что, она хочет очень шикарно. В центр лучше. Да, да. Велосипеда здесь нового нет, то есть на сколько хорошо. Ну что, неужели? Да, не повезло вообще. Смотри, это уже называется игра наказывает, потому что обязана была забивать против Лучинари, завершать уже эту встречу. Но
Бильярд такая штука. Могла сыграть небольшая нерва, да, так скажем, нервишка какая-нибудь, и сход событий уже совсем другой становится. Да, Маша отошла, сейчас не смотрит даже, как издалека. Да, он пытается перебороть эмоции, да. Свои эмоции, да. Потому что я считаю, что для спортсмена такая позиция в таких ситуациях — это очень важный момент, да, как бы. И там нет права на ошибку. Сейчас сыграл, успокоилась, можно сказать. Видит, наверное, позиционная борьба, так скажем. Ну да, опять-таки, чей нервы победят. Да. Скажу, ну ты тоже же, Бильярд, как бы умеешь играть, насколько я знаю, и неплохо. Нет? Вообще не играю. То есть не доводилось это как? Да я просто никогда, да, здесь не было никаких у меня предпосылок к тому, чтобы начинать, да. А как связал уже все равно? Находишься в бильярдной индустрии? Я вот наш главный организатор Владимир Николаев, который является, собственно говоря, основателем АБН, он просто пригласил меня работать вот по этому направлению. Да, вот по видео, по фото. Организационные моменты. Да, организационные, вот эти вот технические все. Как-то вот так вот. Ну, до этого, насколько мне известно, у тебя все равно была практика. Нет, никогда не было. То есть твоя жизнь свела с бильярдом, можно сказать, это АБН, да? Да. Ну, тоже интересно же. Я недорассказал, и когда я пошел в клуб первый раз играть, я две встречи проиграл. Я две встречи проиграл и вылетел, но потом организатор для вылетевших организовал, да, там турнир. Там мини-турнир бывает до пяти шаров с дуплетами. То есть это для меня было очень легкая задача, можно сказать, потому что понимание там дуплетов, геометрии у меня как бы, ну, неплохо с этим. Понимание есть, а пули тем более это сделать не очень сложно. Вот большие шары, маленькие. Это я привез тогда домой первый кубок. А ты дуплет эти выиграл, да? Да, я выиграл, там подарили кубок и там подушку. Подушку в виде айфона была. То есть я привез этот кубок, и у меня появился интерес, можно сказать. Ну вот надо, да, продолжать. Да. Ну уже скоро, я думаю, сын начнет понимать, что такое бильярд. Поэтому мне уже, я думаю... Сколько лет? Сыну 3,5 года уже. Ну да, года через 4 можно уже отдавать в секцию. Вот я думаю, надо это или нет. Будет у него к этому, как у меня, да, как бы. Да, попробую. Есть. Всегда можно. Ну да. А ты сам не занимался спортивных секций никаких?
спортивных занимался по детству. Все виды спорта это такие боевые, можно сказать. Тхэквондо, да. То есть, отец у меня мастер спорта по боксу, поэтому он здорово. Он меня ставил, там, обучил лозами. Ну, годик, наверное, мы с ним. Именно в такой возраст, когда нужно это у меня делать. Да. Я думаю, это мне тоже и удалось плюсом, что... Не, ну бокс, естественно, дает характер. Да. А так, чтобы достигать каких-то высот в спорте, только вот я к бильярду отношусь как к этому, да, как к спорту. Ну и то на арене Российской Федерации, то есть, да, среди бильярдистов, спортсменов, кто топовые сейчас есть. Пока не удавалось доехать, можно сказать. Слушай, а ты на Кремле играл? Играл. Сколько там стоило участие? Ну, сколько я помню, я уже три Кремля отыграл. То есть в пределах $100. То есть 6 тысяч там. Потому что на пол, по-моему, 10 вообще. Там, кажется, людей меньше, призовой фонд. Не меньше точно, больше. Нет, кажется. Там призовой фонд получался так, что он равен медалями там. Угу. Мужчины, женщины, пол. Ну что, ну что сейчас будет-то? Мне кажется, что-то интересное было бы произойти в этой встрече. Я думаю, все правильно было сделано. То есть атака в такой ситуации была. Есть сейчас вот такой, да? Нет, направо своего там нету, я думаю, белый будет контролироваться на короткий. А так у меня явно здесь нету. Но все стили игры уже знаком нам. Все максимально аккуратно. Да, все аккуратно, теоретически все правильно. Рискуют очень редко. Видимо, не азартный человек. Согласен, да, это больше, наверное, спортивный такой, да, дух. Да. Боевой. А вот сейчас, по-моему, есть, да? Есть, да. Такой, как Сергей Крыжановский, он бы, не думая, ударил. Здесь чуть другая ситуация. Довольно все просто. Это вот он так и задумывал? Да. На борт поставить, да, просто? Шары развести по разным сторонам, так скажем. Желтый максимально близко, короткий. Ну что, она попробует тяжелого-то ударить? Я думаю, что нет. Ты бы что сделал? В данной ситуации? Да. Я бы атаковал уже во все тяжкие. Уже давно. При счете 5-2, когда было, я бы уже атаковал во все тяжкие. Так что. Как говорится, такого мастерства нету, чтобы не промахиваться бить, да? Но какое-то понимание есть. Лучшая защита – это нападение, так скажем. Ну смотри-ка, она все прям вот поддерживает вот, да? Эту игру. Правильно. Прям на уровне, да. С Алексеем. Конечно, конечно, если это был бы контроль битка ближе там, к короткому борту, это было бы эффективнее. Ну, в данном случае, мне кажется, и так хорошо. То есть контролировать игру, да, понимать, куда ставишь шары. Ну да, причем, ну, я думаю, что не каждый день там ей доводится играть с игроками такого уровня. Да. И она чувствует себя вполне, то есть уверенно. Ну, мне кажется, то есть очень достойно для Марии. Это чужое.
Закусилась Лужа. Ну, молодец, на самом деле. Правильно был выполнен удар, можно сказать. Она не побоялась рискнуть. Попробовать. По мне, я думаю, удар был четко выполнен. Не хватило чуть-чуть плотности. Он был бы дома. То есть физической силы не нужно, да? Он пошел в направлении Лужи, закусился, то есть ему нужно чуть-чуть больше накат. Вот это возможно. Нет. Разбежали шарик. Да, ребята держат у нас напряжение. Ну, честно говоря, я болею за женскую сторону. Да, я молодой дарование, так скажем. Тут даже дело не в половой какой-то разнице, а именно в том, что хочется как-то, чтобы зарядилось. Да, чтобы. Даже сложно говорить, потому что я очень переживаю сейчас. Ну, очень правильно разбираю позицию, можно сказать. Смотри, как хорошо, да? Хорошо, да. Уровень вообще. А еще уже представляешь силу, короткий борт, там вырезал. Да, когда да, вот, да. Линия удара, Алексей все. Четкий. Абсолютно разная игра, да? Да. Ты пользуешься этот присед? Нет. Перчатки? И перчатки тоже не ходят. Я должен чувствовать, да, как их ходит по моей руке. Я чувствую каждую, можно сказать, горбинку там или изъянку какую-нибудь. У тебя, кстати, какие дорогие вообще? Я не знаю даже сколько он стоит, потому что подарок выигранный. А, выигранный. Нет, в Адмирале проходил кубок памяти Большакова. Я выиграл эту палку в американку до 41 шара там было. Проходила этот турнир. Мне на его палке как-то не везло. То есть проходило два турнира. Первый это рояль я выиграл. То есть удалось две палки. Выиграть бачком. Мне довольно, кстати, в принципе, она нравится. То есть тут уже какое-то своего рода суеверие, да, счастливая палка. Да, да, то есть я пришел на этот турнир с кривой, и не поверишь, я привез ее из Узбекистана, из Ташкента. Она повела вся, и с этой палкой я выиграл себе бачкову палку, так скажем. Потом его палкой же защитился и выиграл вторую палку. Ну что же сейчас здесь делать? Возможность есть. Своячка? Да. Нет, ты думаешь, останет? Да мне кажется, она, знаешь, очень непредсказуема наша игра. Она когда-то вот, видите, а потом что-то у нее внутри щелкнуло, решила и решительно так. Аккуратно, но решительно. Или наоборот, решительно, но аккуратно. Да. Это было сейчас? Попытка была атаки или. Опять в резку не попадает. Она пыталась забить или это? Нет, она преднамеренно отыграла, да? Чужой поставить на длинную и свой перекатить к себе. То есть. Ребята, что вы с нами делаете? Да. В тонусе держит встречу на самом деле. Мне бы не хватило ожидания терпения, я бы вот это свою середину бы ударил, наверное. Сейчас? Ну, их лучше, сколько он отыгрывает. Смотри, она к себе заказывает. Чужой здесь, тотальный контроль. Она передумала. Потому что тем самым от борта в угол может прикатиться. Нет, не передумал, все-таки будет бить свой к себе. А то не там. Или передумала. Не, ну молодец на самом деле, что она пытается варианты какие-то. Думает. Да, старается обдумать все более детально, потому что бильярд такая, да, штука. То есть визуализируешь для себя ситуацию. И ты должен это
сделать еще. Очень рискованно, так скажем. Может получиться очень много. Ну, как я и говорил, ты не поставишь, не поймаешь. Свой к себе заказывается. Да, не стал. Рискует Алексей в этом случае. И, наверное, делает все правильно для себя, да? Потому что таков его выбор. Ну, вот здесь бы ты нам тоже уже ударил бы с лычка, да? Видишь, ты уже примерно понимаешь стиль моей игры. Да потому что мне тоже, вот я бы тоже здесь уже, если бы я играл, хотя... Стиханул, так скажем. Я тоже бы давно уже... Нет этой спортсменской жилки, когда надо именно нацеленность на результат какой-то такой. Да. Ну, этим мы отличаемся, наверное, да. Любители от спортсменов, да? Да, то есть я не считаю себя спортсменом, потому что я не подходил к этому никогда. Ну да, ты приходишь просто получать удовольствие. Да, играл и просто, можно сказать, какой-то уровень достиг. Очень хороший. Это, конечно, можно сказать, сенсация. Можно сказать, да, уже ОВМ пошло. Да, потому что, учитывая 4 этих победы подряд Лешиных в этой серии. Да. Маша улыбается. Павел, довольна собой. Спасибо, что пригласили меня. Да, я надеюсь, ты сейчас не уходишь домой. А сейчас у меня уже предстоит встреча. А, встреча. Я тебя поставили, да? У нас, да, вот, пришел на соперник. А, ты здесь будешь играть? Да, я думаю. Здорово. Так что... Да, спасибо тебе. Большое спасибо вам. Давай, еще будем ждать тебя здесь.